Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Люди, в имени которых есть мягкий знак, обладают редким талантом избегать ссор и конфликтов. Часто они вообще не имеют врагов или недоброжелателей. Легкость натуры, умение сглаживать острые углы отношений, опасаться стать рабом волевого партнера. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Личные качества в этом имени способны достичь больших успехов в технических профессиях. В основном нацелены на финансы, богатство и власть. Но если пренебрегают духовной стороной, то могут потерпеть неудачи в жизни. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Бывает со склонностью к внутренней противоречивости мировоззрения. Например, имеет способность приврать, пустить в дело якобы необходимую ложь с самыми лучшими намерениями. К примеру, чтобы сделать людей счастливыми. Дружелюбные, носители оригинальных идей, которые на первый взгляд могут показаться сумбурными, но часто они содержат ценное зерно истины. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Носителю имени не придется заставлять трудиться. От душевного мятежа многие приходят к религии. У таких людей хорошая интуиция и довольно богатое воображение. В жизни этих людей доминирует огромное честолюбие и стремление к материальным благам. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Они нуждаются в любви, признании своих усилий и восхищении достижений. Буква «К» в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Иногда эти люди чувствуют, что находятся под чьим-то пристальным вниманием. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Звук «Ф» в этом имени воспринимается на слух положительно. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.